руку держать, это, ну, удобно было. Вот мы уже почти подошли к месту выступления Нефёдова. До выступления осталось полчаса. Погода говно. Немножко не верится, потому что буквально через полчаса уже увидим самого Нефёдова. Он будет там. Че? Как таких школьников пустили? Быстро назад. Дмитрий в шляпе, который Джекс. Это очень правильно, что вы встали именно так. Он похож на мусора. Мы, кстати, тут ночью сидели в отеле, смотрели Бурлякова. Первую, вторую. Какое кисо-мыльцо, скажем мы вам. Ну ладно, Джекс. Но в детстве смотрелось круто. Да. Особенно на кассетном магнитофоне. Наверное, здесь никто не достал кассетные магнитофоны. Были у кого-нибудь? Только у двух человек. Теперь у нас более крутые призы. Просто да, охеретели. Это же не разогрев. Настоящие машины времени. Так. А еще где была... Слушайте, а где была уже Няша? Уже играл, ну честно. А где была Няша? Она мне сникерсов притащила. Ты где? Давай, иди сюда. Давай, будешь ты играть. Кто будет сражаться с Няшей? Давай, давай ты. Давай. Представляете, принесла мне любимых моих медальных сникерсов. Молодец. Ой, как это мило. Это лучший способ чекап, который я видел. Давай. Давайте поддержим Соню! Все вместе пришли! Вот какая у меня же громкая группа поддержки! Давайте! Ваня, Ваня! Он скоро их сюда и зарядится. Мне так нравится, значит, что мало им глаза. Большие, большие. Как будто ничего не произошло. Ай-яй-яй-яй-яй, Соня потеряла X-Ray, к сожалению. А Ваня же кажется потерял терпение наконец-то. Вот это было красиво. Ай-яй-яй, поты получается. Подбегайте прям ко мне и говорите, что там написано. Андрюх так разминает, потому что сейчас будет не Mortal Kombat, а просто Битлова. Сейчас Никита завершит шурки. Мы идем домой после сходки с Нефёдовым. Даш? А мы Даш, еб***ь. Брр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 рr